Вице-премьер России Дмитрий Рогозин справа, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем слева. По разные стороны они оказались по велению протокола. В остальном плотное сотрудничество. Работа межправительственной комиссии активизировалась в момент обострения военно-политической ситуации в Арабской Республике. Сегодня на исходе затяжной войны речь о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Руководство и народ Сирии благодарит Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. Сегодня важно начать бороться за восстановление сирийской экономики. К восстановлению сирийской экономики Россия подошла с глубоким пониманием того, что надо будет сделать. Дмитрий Рогозин отметил, что в этом процессе должен принять активное участие российский бизнес. Крупные частные компании уже установили прямой контакт со своими зарубежными коллегами. Более того, началась подготовка сирийских специалистов. Сирия – бесконечно богатая страна. И по мере освобождения районов на ее территории возникают новые экономические возможности. Сначала эти экономические возможности в основном сводились к тому, чтобы поставлять хотя бы то, что можно в России, зарабатывать хоть какие-то деньги. Речь шла о поставках сельхозпродукции. Сегодня этот спектр велик. Энергетика, транспорт, торговля, разработка полезных ископаемых – поле для совместной деятельности широкое. На заседании Дмитрий Рогозин заявил и о создании прямой судоходной линии между российскими и сирийскими портами. По завершению заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол. За ним должны последовать контракты.